Всем привет, с вами Наталья, и мы находимся в Тегеране. Я сегодня хочу вам показать один из самых дорогих домов в мире, так считают иранцы, и не могу с ними не согласиться. Это музей Мохаттам. Этот дом битком набит древними реликвиями и разными артефактами, поэтому он считается одним из самых дорогих, но, как по мне, он просто бесценный. Сейчас я вам все покажу. Дом принадлежал профессору Тегеранского университета Мохсену Мохаттаму, сыну мэра столицы в эпоху правления Каджаров. В традиционных персидских домах часто строят отдельно комнату, там, где растут только цветы. Посредине должен быть обязательно небольшой бассейн. В такой комнате всегда очень прохладно и влажно летом. Профессор Мохаттам очень любил археологию и историю. Он собрал в своем доме древности, которые были на грани разрушения или разграбления. Получил образование в Париже в области живописи, истории искусства и археологии. Вернулся домой в Иран уже со своей французской женой Сельмой и поселился в доме своего отца. Это сам профессор Мохсен Мохаттам, его жена Сельма. У нее были болгарские корни. Но на вид она как француженка. Они в доме у себя. И на раскопках. Это были двое мечтателей, которые решили не иметь детей и посвятить свою жизнь одной цели – сохранить историю Ирана у себя дома. И им это удалось. На протяжении долгих лет совместной жизни супруги постоянно путешествовали по Ирану и привозили из поездок редкие предметы. Дом состоит из трех дворов. Красочная плитка, колонны и арки создают неповторимую, аутентичную атмосферу. Заходи. Иран знаменит не только своими коврами, но и плиткой. Почти каждую древнюю плитку можно называть иранской, поскольку до 8 века нашей эры керамическая плитка производилась только в иранских государствах. Уже позднее способ производства позаимствовали страны Европы, такие как Испания и Италия. Лев и солнце – один из символов эпохи государств Древнего Востока. В период правления Каджаров, когда был построен этот дом, искусство зеркальной отделки было на пике своей популярности. Зеркальное искусство даже проникло в стихи иранских поэтов, которые часто уподобляют духовную красоту или какие-то моральные ценности свету, отражающихся в зеркальной облицовке. Если вам понравилось видео и было полезным, подписывайтесь на мой канал, а я обещаю снимать вам больше интересного.